Доброго времени суток! Вы снова на канале Funny Mushroom School, и сейчас я вам покажу, как завязывать настоящий хирургический узел. Этот узел используется врачами-хирургами при закрытии операционных ран для того, чтобы не расходились края раны. Узел завязывается двумя взаимозатягивающимися узлами, которые не позволяют расходиться краям ран, что очень важно, потому что хирурги имеют дело с живыми людьми, то есть там ошибки не предпринимаются. Итак, показываем. Сейчас мы чуть-чуть введем лучше фокус, чтобы было видно. Вот так вот. И смотрите, двумя пальцами держим нитку. Подводим вот эти пальцы под нее. Другой конец нитки перебрасываем. Затягиваем. Один узел завязывается в одну сторону. То же самое делаем в другую сторону. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом мы быстро делаем два хирургических узла. Еще раз, внимание. Нитку держим двумя пальцами. Подкладываем ее вот таким вот образом. Следующую нитку заводим за вот этих три пальца. Тогда захватываем эту нить и проводим ее внутрь. Один узел есть. То же самое делаем в обратную сторону. Нитку держим двумя пальцами. Заводим ее за этих три пальца. Двумя средними захватываем. И продеваем в петлю. Затягиваем. Еще раз. Можете не расстраиваться, если у вас не получается завязать хирургический узел. То такое бывает. Вот у нас в институте со мной учились некоторые студенты, которые, ввиду каких-то своих интеллектуальных способностей, им было не дано научиться завязывать хирургические узлы. Они, наверное, не стали хирургами, они, наверное, терапевты, лечат людей таблетками и не вяжут никаких узлов. Вот. Таким вот образом можно очень быстро вывязать вот целое такое макраме. Держим двумя пальцами и завязываем узел. Держим двумя пальцами и завязываем узел. Вот таким вот образом завязывается хирургический узел. Такие узлы именно хорошо вязать, когда нету ассистента или некому там придержать узел. Узлы хорошо держатся, потому что нитка держится в натяжку, и они не расходятся. Желаю всем вам доброго времени суток. Берите шнурок и учитесь завязывать хирургические узлы.